Это прям металл. Смогу ли я теперь поехать? Такая прям эксклюзивная штуковина. Необычное очень ощущение. Друзья, всем привет, Гринвилл здесь. Сегодня у нас реальный эксклюзив. Просто пушка и космос даже сюда не подходят. Электрические, мать их, кроссовки. Погнали. Итак, для начала предлагаю сделать небольшую распаковочку, посмотреть, как вообще эти кроссовки приезжают к вам. Так. Коробочка вот такая вся оранжевая. Смотрим, открываем. Нас встречают сначала какие-то бумажки бесполезные. Может быть и полезные. Здесь QR-код, какой-то Facebook, сделай лайк, что-то. Я не знаю английский. Обычно это все не очень нужно. Инструкция на английском, французском, наверное, немецком, испанском и китайском. Русского нет. Ну и ладно, что за нас ждет сейчас? В общем-то, все упаковано достаточно хорошо, но ничего особенного. Это, я так понимаю, специальная такая сумочка, в которой можно будет все это дело переносить. Ну да, такой пакетик, он приятный, черный, с золотыми буковками, но как будто бы подсменку. В школу раньше таким гонял. Сюда можно будет сложить как раз эти кроссовочки. Так, силикагель. Давайте сначала посмотрим, что вот в этих коробках. Здесь у нас зарядка. Кстати, интересно. А, ну я все понял. То есть это мы вставляем вот сюда. Это мы вставляем, кстати, нормальная вилка, не китайская. Это вставляем в розетку. И здесь прям сразу вот так вот раздвоение на один кроссовок и на второй. Так. Ну и сами ховершузы. Как бы их тут достать? Они так там прям плотно сидят. Раз. Два. Они прям тяжеленькие. Пока мне нравится, как выглядит. И второй. Слушайте, как по мне выглядит офигенно. Давайте посмотрим. Здесь вот такое колесо. Здесь все прорезинено. Они сами прям... Давайте микрофон постучим. Это прям металл. То есть они сделаны вообще добротно. Вот здесь такие ручки специальные, чтобы можно было их брать и переносить. Здесь порт для зарядки и кнопочка включения. Хорошо, надо пробовать. Причем попробую как я, так и попробует еще ребенок. И поймем вообще, как на них кататься, что это такое. Я пока подобного не пробовал ни разу. И мне прямо интересно. Погнали попробуем и уже про них расскажу всю информацию. Все, я сейчас буду первый раз пробовать на них вставать. Пока не знаю, что получится, но давайте посмотрим. Так. Ну, встать я смог, это уже хорошо. Смогу ли я теперь поехать? Ну, в целом тут принцип как на гироскутере. Я еду, чувак. Давай попробуем побыстрее. Так, теперь разворачиваемся. Ну, я разворачиваюсь. Окей. Ну, вообще прикольно, мне нравится. Достаточно даже быстро прям. Ну, надо прям скилл. Надо овладеть этой штуковиной. Необычное очень ощущение. Но первый раз прошел удачно. Я рад. Так, давай сходим. Сходить, как всегда, с любого транспорта назад. Готово. Есть. Итак, это Вова. Сколько тебе лет, Вова? 9. 9 лет. Он сейчас второй раз в жизни будет пробовать и прям по траве. Давай, погнали, Вова. Слушай, ты прям так уверенно встал. Я не думал, что они так поедут. Там достаточно маленькие колесики. А ты можешь развернуться? Может. Красавчик. Ну ладно, давай расскажи тогда. Тебе нравится? Давай. По траве, конечно, он не будет ездить. Вот для начинающих они на шпагат ставят, но только по асфальту. По асфальту лучше? Да. Ну понятно. Следующий Павел, 18 лет. Поехали потихоньку. Угонись. Скажи лучше, как ощущение по траве? Ну, по траве вообще сложновато. Я катался по асфальту, а вот по асфальту было легко, а по траве нет, нелегко. Ок. Мы покатались, пока не совсем явная история. Я уверен, что можно будет делать круто. Сейчас попробую найти и вставить сюда какие-то видосики, где люди на них делают такие трюки, красиво катаются по-всякому. Это был мой первый опыт на них, поэтому получилось, ну, так, не очень. Но мне понравилось. И, кстати, инструкция нам, кажется, сейчас понадобится, потому что по ней я вам расскажу все характеристики. Итак, весит каждый из этих ховершузов 3,3 килограмма. Для полной разрядки на них можно покататься 10 километров. Это примерно получается где-то 1,5-2 часа. Использовать их можно при температуре от 0 до 40 градусов. Максимальный угол подъема 9 градусов. Максимальный вес человека, который может на них кататься, и чтобы были полные характеристики, 130 килограммов. То есть прям такие прочные, получается, штуковины.
встроены. Аккумуляторные батареи в них на 1,9 ампер-часа. В каждом из них такая аккумуляторная батарея. Сами батареи в них литий-ионные, обычные банки, как в гироскутерах 18650, такие, может быть, вы знаете, Samsung. Ну, кстати, пишут то, что ехать на них можно 2-3 часа, я сказал 1,5-2. В целом, наверное, это должно соответствовать, потому что по качеству, я смотрю, они прям... конфетка. И если они едут 2-3 часа до полной разрядки, то это супер. Максимальная скорость 12 км в час. И мощность мотора, который установлен в них, 250 Вт. В каждом из них по мотору на 250 Вт. В них есть самобаланс, то есть если они включены, то они самобалансируются. Не так, как на гироскутере, но, то есть, если вы уже на него нажмете, он будет отбалансирован стоять, что удобно. В принципе, по книжке все, давайте еще кое-что покажу именно на нем. Круто, что само колесо, оно такое широкое, массивное, здесь вот это все прорезинено. И на нем удобно стоять на поверхности. Вот здесь у нас все прям такое металлическое, это прям радует. Единственное, вот эти все места, если вы будете кататься на асфальте и часто с них как-то падать, то будут коцаться. Но, в принципе, это не страшно, коцки – это обычное дело для любого транспорта. Сама компания, бренд называется Qwheel. При включении динамика сдает звуковой сигнал, также при выключении, плюс есть какие-то ошибки, либо еще что-то, соответственно, он будет издавать индикационные звуки. Очень странно сказал, ну ладно. Заряжаются они от обычной розетки 220 вольт, то есть вставляете в розетку, вставляете сюда зарядку, все, он пошел заряжаться. Заряжаться будет где-то в течение 2-2,5 часов. Давайте теперь, наверное, поговорим вообще, для кого это, что это и кому это может понадобиться. Это скорее игрушка, чем какая-то практическая вещь из рубрики самоката электрического или моноколеса. Такая прям эксклюзивная штуковина, то есть если вам чего-то не хватает, если вы хотите какого-нибудь интересного нового ощущения, то это прям для вас. Гироскутеры были когда-то тоже неявной вещью, то есть люди не понимали, что это такое, да даже сейчас некоторые спрашивают, мол, что это, как он вообще передвигается, как он едет вперед и назад. На этих штуках, кстати, тоже можно ехать как вперед, так и назад, работают они также на гироскопах, то есть как любой гироскутер, любая штука на самом балансе, Segway какой-нибудь. Насчет индикации зарядки, надо их поставить. Как понять, заряжены ваши ботинки или нет? Вот с этой стороны, когда они просто никак, их никто не трогает, то есть, когда они белые, они едут. Когда они просто стоят, видите, зеленые лампочки. Если она начнет садиться, загорятся желтые лампочки. Когда она уже будет почти разряжена, загорятся красные. За счет этой индикации вы примерно понимаете, насколько ваше устройство заряжено. В целом это, наверное, и все. Напоминает какую-то клевую штуку из рубрики, как в фильме «Назад в будущее», скейт левитирующий. То есть, если вы хотите купить такие штуки ребенку в подарок, или если вы сам ребенок и выбираете себе какую-нибудь крутую штуку, даже если вы взрослый человек и хотите с чем-то таким поиграться, то это просто идеально. Этого еще нет ни у кого. Это мы занимаемся электротранспортом. Они даже у нас впервые. То есть у обычных просто людей, которые живут, на чем-то катаются, чем-то развлекаются, нету ни у кого. То есть это будет прям реально та вещь, которая будет удивлять. Естественно, для самого себя это круто и необычно. Ссылку на них я оставлю в описании, вы сможете посмотреть стоимость, полные характеристики. Если остались какие-то вопросы, либо что-то непонятное, было неясно, во-первых, скорее всего, мы снимем с ними что-то еще. А во-вторых, пишите мне, пишите в комментарии, я на все комментарии обязательно отвечаю всегда. Я отвечаю в личку ВКонтакте, и звоните нам, спрашивайте, что это вообще такое, как купить, какая доставка оплаты и прочее, любые вопросы. В общем, ссылка в описании. Если это видео вам понравилось, если оно было для вас полезно, то обязательно ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видеороликах. Не забывайте о том, что все подписчики данного канала получают скидку в нашем магазине. Хорошего вам настроения, удачных покупок и пока!